Привет из Сибири! В этом видео поговорим о капусте, белокочанной царице огорода. Капусту выращивают с давних времен, а все потому, что она богата минеральными солями и витаминами. Урожай 2020 года нас порадовал. Капуста уродилась на славу! Кочаны плотные, увесистые, а внутри капуста белая, на вкус сладкая. Все достоинства капусты зависят от сорта и ухода за ней. Качество нашей капусты оценили покупатели на рынке, как свежей, так и квашеной. Кстати, рецепт квашеной капусты уже в следующем видео. Капусту садим по срокам созревания – ранняя, среднеспелая и поздняя. Используем тоже по назначению. Ранняя – салаты, средняя – жарка, варка, позднее – квашение, маринование. Хороша квашеная капуста с лучком да с маслом подсолнечным. Закуска – что надо. Вот такие семена капусты садим уже 5 лет. Ну что ж, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и предлагайте темы для новых видео. Делитесь своим опытом. Желаем успехов и хороших урожаев!